Актода. Так, я всех приветствую на канале Актода, и сегодня мы продолжаем прохождение нашей игры Князь Легенды Лесной Страны. Так, давайте мы знаете, что сделаем. Мы портанемся. А на сколько шаров? А, у нас два шара. Два шарика. Давайте вот так, не будем мелочиться, так скажем. Ой, куда это я попал, блин? Что-то я куда-то не туда попал. Волхов тут есть? Тут вроде есть. Так, иди сюда, волк. Попрошу тебя об одном одолжении. Да, дай мне сферу еще. Ай! Да, князь. Я оружие просто достаю, чтобы он там валил. Летающих этих. Упырей. Так, портуемся в византийский лагерь. Где он там у нас? Или черный бор? Черный бор. Это черный бумер. Так. Забираем. Вот здесь можно, в принципе, заюзать колдуна. Колдунчика. Дальше. У нас пятерочки вроде оставались, да? Бамс. Сохраняемся. Смотрим. Вот мешочек у нас тут валяется. О, кстати, староста. Мы можем поговорить со старостой византийского лагеря. Лагеря византийцев. Ё-моё, выносливость плюс 6. Офигеть. Вот это да. Я могу с вашим куптом поболтать или не могу? Да, князь. Я могу с ним поболтать. На, забирай. Нашел лучше вещицу. Вот дай мне трактат, кстати. 55 торговля. Давайте со старостой поболтаем, только за воротами будем перекрикивать друг друга. Здравствуй, незнакомец! Зачем пожаловал? Неужели ты меня не признаешь? Я же известный путешественник, герой этих земель. Вот уж не знаю, герой или не герой. Только лицо у тебя больно хитрое. Наверняка ты славянский шпион. Учти, я за тобой наблюдаю. Чуть что, сразу вышвырнем вон. Да... Вот уж не ожидал подобного приема. Неужели даже и местный лекарь мне откажется помочь? Наш лекарь, как, впрочем, и кузнец с торговцем, в твоем распоряжении. Но учти, попробуешь украсть что-либо, отрежем тебе уши. Ладно, нелюбезный человек, я все понял. Да, только фишка в том, что у вас кузнеца-то уже нету. Вот, я его отобрал у вас. Силой отобрал. Так. Силы без силы. Вот. Просто портанулись сразу и все. Свалили. Так, плюс 5 ловкости колечко. Кстати, можно надеть. А не, нельзя. У нас там плюс 6. Тогда не надо. Хотя. Я бы его надел вместо вот этого. А с выносливостью так дофига, да? Давайте мы наденем его. Потому что нам ловкость-то нужна вроде как. Нужна ловкость, чтобы надеть этот лук. Вот, мы чуть-чуть еще прокачаем потом. Будет все круто. Слушаю, князь. Что ты можешь предложить мне? Я могу тебе продать кольцо. Крутое. Которое я носил почти всю игру. Практически. От которого я наконец-то отказался. Потому что выносливости у нас уже дофига. Мы будем ходить с мечом. Будем воевать мечом. Мечами-топорами. Так, в зетийском лагере, извините, но я не побегаю, потому что мне впадло. Оу! Давайте мы вот эти стрелы тогда заменим. Вот эти заберем. И, кстати, бойная сила 4, серебряные стрелы. А эти что? Бойная сила 2. А, вот эти, значит, самые крутые стрелы. Ну ладно. Отлично. О, еще аспиды. Завалим их или нет? Или просто мимо пройдем? Нам придется завалить. Давайте завалим.
Что-то они, блин, сильные какие-то очень. Да? Хотя они такие же, как и в начале уровня, то есть, думаю. В начале локации. Просто их дофига. Вот в чем фишка. Просто дофигища. Ай, не кусайте. Ну, плюс прокачаем ловкость еще. Вот так не надо. Погоди, аспид. Погоди, аспид. Лобан. А почти завалили там Павла. Так, мы сейчас потратим зелье, походу. Хочешь за 500 голды лечиться? Я не хочу. Так, давайте. Стрелим. Нашего. Блин. Князя благородного. Ну, не всегда благородного, да? Иногда и хитро. Хитрожопого. Хитрожопого князя. Аспид еще один. Вот там какой-то мешочек. Блин, да, аспиды, в принципе, не такие уж и сильные, как может показаться. Хрупкий. Ой, да я тоже хрупкий еще какой. А вот зелье я куплю, наверное. Зелье я куплю. Кусаются, блин, больно. Так, что у нас там за мешочек? Стой, мешочек. Вот тут. Вот тут, а чё? Ради чего тут мы всех увалили? Живая вода. Живая вода. Ну, давай возьмем ее. Где у нас там? Ладно, мы сейчас там выкупим все. Так, где у нас там наш друг любезный знахарь? Он говорит, что знахарь у них тут есть. Вот, наверное, да? Нету. А, да, это знахарь. Да, князь. Здорово, будешь, господин. Я местный знахарь. Мои знания снадобья могут продлить твою жизнь и приблизить чужую смерть. Так, дай мне, пожалуйста, зелье продай, в смысле. Дай мне целебных эликсиров. Ай, блин, не могу. Не могу я два взять, могу зато один взять. Не могу его улучшить. До 7. До 7 могу улучшить и выпить, а потом улучшить до 5. Баночку просто, да? Так мы и сделаем. И уже свалим наверх, наверное, да? Смотрим, что у нас наверху творится. Что у нас там наверху творится за византийским лагерем? А тут вроде... Стоп, 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 византийский лагерь. У нас же... Видите, тут какая-то пещера еще есть. Кирилл, купец. Феофил. Дмитрий, купец. Мария. Могу я с ней поболтать? Я не могу с Марией поболтать. Зато я могу со Святославой поболтать. Здравствуй, господин. Извини, но меня ждет работа. Жаль, когда-нибудь найдется на меня время. Что у нас за квест вообще? Вот, Святославе. Что-то надо передать. Потеряла куклу. Где эта кукла? Я не знаю. Может, тут найдем где-нибудь. Оу! Купец, здорово! Здравствуй, герой! Добрый день! Чем занимаешься в этой глуши? Извини, герой, нет времени с тобой разговаривать. Хорошо, счастливо оставаться. Слушаю, князь. И че он тут вообще стоит тогда уж? Аспиды. Что это за круг какой-то, блин? Каменный круг. Уж там скелеты живут. Давайте зайдем туда. У нас против скелетов вот этот топорик. Сейчас появятся скелетоны, блин. Оу. Стопэ. Что за бандиты?
Так, с этим мы не можем поболтать. Но они не говорливые, наверное, да? И разговор, что вот... Михаил Купец, давай поболтаем. Здравствуй. А я все гадал, когда же мы встретимся? А, это же этот Михаил, точно. Так, приветствую тебя, герой. Слабо верится в то, что ты ждал меня с распростертыми объятиями. Друзьями мы не являемся, никогда ими не были и не станем, поэтому и хлеб, и соль не жди. Однако, именно таким я тебя и представлял. А вот я тебе мало думал, меня больше интересует предмет, висящий на твоей худой шее. Он мне очень нужен. Не продашь ли, а может продашь? А не подаришь ли, а может продашь? Ты шутки шутишь, а ты мне нравишься, очень не хочется сражаться с таким весельчаком. Амулет предназначался именно мне, тебе он попал лишь по какой-то нелепой случайности. Лучше отойди в сторону, пока не поздно. Ты лишь пешка в настольной игре титанов. Не на того напал, ты прекрасно знаешь, что я бессмертен. Или, по крайней мере, был таковым, пока амулет не разделил на три части. И только браслет власти может вернуть мне былое могущество. Что ж, теперь понятно, что произошло. Как же у меня было мерзко на душе, когда, проснувшись, я вдруг понял, что больше ничем не отличаюсь от простых смертных. Давай же сюда свою часть амулета. А то я начинаю злиться. Только я знаю, как правильно распорядиться браслетом. Так, злись сколько хочешь, только учти, что после удара моего клинка еще никто не вставал. Лучше сам отдай амулет, иначе придется снять его с твоего тела. Ты сам напросился, хам. А вместо того, чтобы подумать, как следует сдаться, пытаешься храбриться. Неправильный выбор. Это все пустые слова, теперь посмотрим, каков ты в бою. Оу, блин, на нас сразу нападают. Да, попали мы, конечно. Попали мы. Ой, что это было? Может, тоже травануть их? Медные стрелы колчам. Давайте траванем их. Он ядом крутым. Стоп, у нас есть не крутой яд? Нет, у нас только крутой яд. Печально. Ну что поделать? Я думаю, мы с ними так просто не справимся, потому что они какие-то опасные тоже типы. Так, Михаил, отстреляем. Что-то я вообще промахиваюсь. Эй, ты просто так стрелы тратишь мои. Пустую. Да почему я не могу попасть-то? Я попадаю. Ай, не, я попадаю. Сейчас мы их всех застрелим тут. Минус Михаил. Яд хорошо себя показывает, да? Ёшкин ты крот. Ой. Иди сюда. Минус еще чел. Сейчас все погибнут. Мои руки. Сильные византийцы, походу. Да я вообще не наношу урона. Блин. Давайте загрузимся снова. Почему-то я не могу сразу троих валить. Так, я попал. Ай. Попал. Так. Лучников загасить, что там. Попал? Не попал. Опа-на. Погиб. Вон амулетик валяется наш. Видимо, по-видимому. Сваливаем, сваливаем. Опасно. Это дело. Опасно это дело воевать против сразу восьмерых или сколько их там было? Десятерых. Да, восьмерых, видимо. По-видимому, восьмерых. Ё-моё, да чего вы так сильно бьёте-то? Видите, я отбиваюсь, я не успеваю ударить. Я тупо не успеваю ударить.
Еще завалить. Ай! Сто. Все, у меня нету стрел. Давайте мы это загасим. Так погибнет. Все. Сейчас на изи пройдем. Хотя, блин. Видите, он постоянно отбивается. Из-за этого, блин, мы не можем сражаться. Так, да не нужны мне эти стрелы. Заберите. Вечно с них стрелы сыпятся. Давай, кто кого. Алексей Купец. Я бы его себе забрал бы. Радостью. Ну, не хочет он. Видимо, не хочет с нами. Так, вот это мы забираем. Стрелы. Стрел у нас полно. Так, и амулет. О, красивый. Красивый. На сферу похож, на обычную. Давайте скрафтим амулет полный. Бамс. Где там еще часть? Опа-на, все. Теперь у нас фуловый амулет. Теперь надо его размножить как-то. Кентавру отдать. И отдать кентавру. 3 медные стрелы. Ну пусть все валяется. Это шляпа всякая. Все, мы в принципе тут... Первую задачу мы выполнили. Вот, первую выполнили задачу. Теперь нам надо... Причем, блин, как это на шару, да? То есть, нашли, блин. Теперь нам надо найти пещеру еще одну. А вот какая-то пещерка. Может, это она? Что мне написано? Блин, давайте туда сходим. А, нет, давайте сначала поболтаем. Так, приветствую тебя, путешественник. Куда направляешься? Здравствуй, волк. Да так, хожу, брожу по лесам и полям, помогаю людям, попавшим в беду. Понятно. В таком случае я с удовольствием предложу тебе свои услуги. Замечательно. А что ты можешь предложить? Не так много, однако это гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, я идентифицирую магические предметы. Во-вторых, благословляю. В-третьих, снимаю почву. Кроме того, я продаю рецепты различных снадобий. Сколько стоят твои услуги? Недорого, благословение, снятие порчи 100 монет, идентификация 50 монет. Каждый рецепт стоит по 100 монет. Интересуешься чем-нибудь? Дай подумать. Так, я не знаю даже. Сферы у нас имеются. Что-то он какой-то бесполезный. Я думал, сейчас квест будет. А вон еще, смотрите, стоит какой-то знахарь. Ой, блин, волк, что-то я, блин, путаю лично. Так. Да, князь. Приветствую тебя, путник. Как ты очутился в этих краях? Я странствую в поисках амулета дракона. Не мог бы ты мне помочь? Я его уже нашел. Помочь ты льстишь мне. Чем немощный старик может тебе помочь, сильному воину? Так, я слышал, что обе части амулета хранятся в этих краях. Но где именно? Узнать про амулет только и всего-то? Мне нравится твоя прямота, и я буду также прямодушен. Тебе нужен амулет, а мне нужен мой ларец. Правда, он не совсем мой, но нужен он именно мне. Ларец находится в логове аспидов на болоте. Принеси его, и ты будешь знать про амулет все, что я знаю. Так. Это честная сделка, я согласен. Только, честно говоря, зачем? Где это логово аспидов? Может, эта пещера и была логовом аспидов? Видите, сколько здесь проходов, а? Сколько путей, разных путей. Вон там, кстати, мешочек. Где я? Где я? Вон туда можно сходить. Давайте аспидов завалим. Вот этих. Ходим в ту сторону, посмотрим, что там. В пещеру обязательно зайдем еще. И вот этих аспидов. Блин, нет, давайте сначала этих попробуем. Так, укоримся. Ну, почти завалил, наверное. А! Не так же. Сильные аспиды. Проклятые аспиды.
Подкачаемся чуть-чуть. Минус один аспид. О! Вот это, наверное, оружие против аспидов не будет, да? На аспида топор. Ну, давайте пока с таким топориком побегаем. Охраняемся. Вот это круто. Теперь мы всех аспидов повыносим, блин. Будем качаться на аспидах. Так. Что у нас тут есть? Излишнего. У нас излишнего стрела эти можно выкинуть. Это забрать. Эту забрать и соединить, наверное, да? Мы соединим. У нас места будет слишком мало. Шестерочки, десяточки. Ну, 11 будет. Ничего страшного. Топорик, топорик пусть в конце лежит. Топорик нам еще, я думаю, пригодится. Аж самое опасное это скелеты, блин. Их надо до бесконечности валить. Вот аспидов. С одной плюхи просто выносим, блин. Офигеть. Еще бы на всех найти, но, ну, новых противников. Такие пухи. Так. Ой, да не на этих, ё-моё, блин. Я же не на этих чуваков. Так, блин, как мне их обойти-то? Уж снизу. Снизу вот тут вот. В болото пройтись. Не хочу на них нападать. Вот, в пещеру я хочу зайти. В пещеру я хочу зайти. Я надеюсь, это пещера с аспидами. Так. Да. Сейчас мы их завалим. Опа-на. Да вы вообще какие-то изишные просто. Вот, мешочек. Так, что мне тут надо было вообще найти? Вот это? А, это ключник. Вроде как, да? Небось. А что этот чувак нас просил сделать? Просто очистить пещеру от аспидов или что? Так, смотрите, сколько трупов. Так, берем меч. Так, этот, видимо, недружелюбный, наверное. Так, кто посмел нарушить мой покой? Страж, я вовсе не хотел тебя беспокоить. Извини за вторжение. Человек, ты сейчас умрешь. Но почему? Я вовсе не хотел прогневать тебя. Ой. Все, готов. Вот еще один ключик. Еще один наш ключик. Ключи собрали, амулет собрали. Что нам остается? Нам остается размножить амулет. Ну, можно еще прокачаться просто, да. А так, по сути, наверное, мы можем уже игру заканчивать. Но нет, не хочу пока что, не хочу. Так, не хочу. Так, у нас, видите, тут, кстати, еще вон проход с другой стороны. У нас, видите, два выхода. Давайте сюда попробуем. Небось тут... Оу! Май гад! Слушаю, князь. Здравствуй, незнакомец. Опять пожаловал. Так, неужели ты меня не признаешь? Так, ладно, сваливаем отсюда. Нифига себе! Через византийский лагерь мы могли сюда попасть вообще спокойно. Вот это прикол, я даже не знал. Я думал, зачем там эта пещера, блин? Нафига она там? Так, кто вот этот нас просил помочь? Иди сюда. Да, князь. Так, приветствую тебя, охотник за амулетом. Здравствуй, волк. Я вижу, ты не так уж и немощен, как говорил первый раз. Ты спокойно живешь среди свирепых. Так, надеюсь, ты сообщишь мне что-нибудь интересное. Ничего, пойду займусь делом. Так, а где ему валить-то надо? Так. Потерял куклу. А, может быть, мы не взяли этот квест, может, он все. То, что мы собрали полностью амулет, он бесполезен. Оу, блин! Нет! Нет, 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 погнали наверх. А тут вон вообще можно в любую сторону идти. Прикольно. Это что, центр? Эпицентр какой-то? Так, погнали наверх.
Что у нас там наверху? Так, какие-то грабители. Наверное, фиг его знает. Так, воевода. Какой-то лагерь. Лесной лагерь. Это воевода. Где староста ваш? Дайте мне старосту. Дайте мне вашего старосту. Блин, да что места уже вообще нету? В лучшем зелье тогда. Я вообще ничего не могу теперь взять. Мне надо медные эти зеркала повыкидывать, наверное. От вина избавиться от этого, блин. Кому это вино-то надо было? А? Кому вино надо было подарить? Так, где у нас там десятка? Зелий слишком много. Ну, зелья, ладно. Зелья не всегда нужны. Где ваш староста? Так, это кто такой? Охотник. Здравствуй, герой. Мне кажется, тренировка у десятка. Ты прав, приятель. Мои храбрости слагают легенды. Никого не боюсь. Ну и прекрасно, тогда у меня к тебе будет щекотливый вопрос. А как ты к византийцам относишься? Да, в общем-то, никак не отношусь. Они меня терпят. Я им тем же отвечаю. Еще лучше, тогда, может быть, ты сможешь нам помочь. Кому это вам? Я никого, кроме одинокого воина-викинга, не наблюдаю. Я истинный патриот своей нации, я лишь капля в море нашей армии. Забавно, и против чего или против кого вы боретесь? Разумеется, против византийцев. Сначала они военный лагерь построили, хотя всем врут, что это торговый пост. Ты бы видел этих купцов с ног до головы, в броне и до зубов. Вешены двуручными мечами, да обоюду острыми топорами. Так, нифига себе слово какое. Так, ну и что? Все обороняются как могут, тем более монстров в лесной стране развелось в море. Да ладно бы только военный лагерь. Так ведь недавно сюда прибыл еще один отряд. Двуметровые гиганты. Все как на подбор. А какие доспехи на них, а оружие? Нет, это не простые воины. Не у каждого князя такие дружинники есть. Твои сведения устарели. Этой дружины больше нет. Я уничтожил всех. Никто в лесной стороне не может оказать мне достойного сопротивления. Так ведь вам теперь не с кем бороться. Прощай. Вот так вот. Выполнили квест заранее какой-то. Видимо, мы завалили Михаила, наверное, да? Так, кузнец. Здорово, кузнец. Ой. Не то нажал. Слушаю. Могу я что-нибудь продать? Яд. Ну, блин. Мне бы ловкость прокачать еще. Ай, чуть-чуть не хватает. Хотя, может, и не чуть-чуть. Может, это максимальная моя ловкость. Ну, ладно, подождем тогда еще опыта. Так. 13 уровень, типа, максимальный, что ли? Yes. Так, староста. Добрый день, герой. Я весьма рад, что ты к нам заглянул. Здравствуй, приятель. А что особенно в моем визите? Чему ты радуешься? Как же не обрадоваться, когда к тебе гости великий герой приходит? А значит, скоро нашим проблемам настанет конец. Так. Я бы на твоем месте не был так в этом уверен. А ты меня первый раз видишь. Может быть, я совсем не такой, как про меня рассказывают. Неправда, не оговариваю себя. Ты самый настоящий борец со злом. Ну хорошо, по твоим стивым речам я уже понял. Что у вас случилось? Нечто негодное? Ну, неладное? Переходи прямо к делу. Да ты по-настоящему разбираешься в людях. У нас действительно неприятности. Никак не можем починить мост. Каждый раз, как рабочие начинают строить из-под земли, капаются злые мертвяки и всех убивают. Я и воинов посылал, да толку мало. На следующий день мертвяков ровно столько же выползало. Что делать, прямо ума не приложу. А ты не пытался выяснить, откуда он приходит? Пытался, послал нашего лучшего следопыта, он узнал, что, где их логово. Продолжаю, послушаю. Мертвяки живут в небольшой пещере недалеко от моста. Только их там столько, сколько пальцев на руках у всех моих воинов вместе взятых.
Да и предводитель у них огромный страшный скелет какого-то богатыря. Справиться с ними нам так и не удалось. Да и тебе это будет не под силу. Попробуй поговорить с волхвом, который близ византийского лагеря живет. Он не раз нам в сложных ситуациях помогал. Договорились, поговорю с мудрецом. В общем, надо им помочь. Так, тут-то есть вообще проход где-нибудь? Да, тут есть проход, и тут даже мост имеется. Как видите. И то он какой-то недостроенный. Так, тут-то у нас пещера. Вот это, что ли, пещера получается? Тут-то пещера. Нам, наверное, тогда надо топор против скелета взять. По-любому. Я так думаю. Давайте выпьем, наверное, концентрат. Бамс. Это у меня топор против скелетов. Так, давайте возьмем этот топорик. Топорик валяется тут, блин. Так. О, блин! А! Нифига их там. Там их завалим. Ё-моё, блин. Видите? Так, давайте зайдем тогда в пещеру. Ну, нафиг нам этот топор не нужен. Блин. Опасно. Оу! Ё-моё. Тут тоже опасно. Не, реально нас с волхвом поболтать тогда. Опасное место. Блин. Блинский. Погнали. Так, а в эту сторону, это куда мы направимся, то? Лесной лагерь. Где он говорил, у византийского? Значит, сюда надо волхвом поболтать. Сейчас поболтаем. Так, у нас уже полчаса серия длится, полчаса. Так. Вот с этим, наверное. Да, князь. Здравствуй, герой, здравствуй, мудрец. Итак, о чем? И тебе поведать. Мудрый старец, я за советом пришел. Староста лесного лагеря мне рассказал, что мертвецы мешают им строить мост. Их там много, что силы оружия мне одолеть. Не подскажешь, как можно прогнать мертвецов? Да, слыхал про бесчинство, творимое этой ходячей падалью. Действительно, грубой силой их тяжело одолеть. Тут только волшебство сгодится. Я знаю, что мертвецов может убить волшебная лампа. Однако я не могу тебе подсказать, где ее найти. Попробуй зайти к моему соседу волху, который живет у Лесовья. Вдруг он что-нибудь знает. Спасибо. Спасибо тебе, чувак. Лесовья. Это где вообще? Лесной лагерь. Наверное, в другой стороне, скорее всего. Ну да, нам, наверное, наверх надо. В ту сторону, влево, туда. О! Спасибо еще за цветочки, кусточки. Хотя, я не вижу, наверное, смысла даже. А, вон у меня тут есть. Пустое зелье. Пустозелье. Где у нас пустозелье-то? В конце? И хватит. Там более делать смысла нет. Столько для эликсира мудрости. Блин, ну нифига что не качается ловкость. Там единички не хватает одной. Это если только что-то надевать. Ё-моё! Как нам это место одолеть? Волк у лесного. Ну да, вот, наверное, с этим нам надо поболтать. Давайте поболтаем. Да, князь. Заходи, добрый человек, не стесняйся. Спасибо за приглашение, мудрый волк. Как ты поживаешь? Ой, мил человек, дела мои плохи. Завелись около моей хижины злые цветки-людоеды. Прохода мне не дают ни грибов, ни пособирать, ни трав поискать. Сразу видно, что ты человек крепкий, а стены не боишься. Помоги мне. Пропали этих паршивцев, а я тебе много интересного расскажу. Цветы размером с деревья кочевать – мое любимое дело. Ты глазом не успеешь моргнуть, как я их на дрова порублю. Давайте попробуем с одним цветком сразиться. Но я думаю, это будет плохая вообще
мысль, так скажем, да? То, что они нас сейчас завалят. А, они отравленные, блин. Капец. Нет, тогда мы не будем этого делать. Надо искать, не знаю, меч, наверное, какой-то богатырский против этих цветов, людоедов. Давайте будем его искать, наверное. Так мы не завалим. У нас с одной плюхи их хвалить как-то. Или, может, лук какой-то против этих деревьев, блин. Не знаю. Пока у меня нет никакой мысли. О, доспех валяется. Может, крутой, богатырский, хороший. Так. Кольчуга. 128 плюс 5 силы. Неплохо, неплохо. Так. Давайте, знаете, как мы поступим? Мы заюзаем здесь зеркало. Чем оно нам надо вообще? И заберем этот доспех. И наденем его. 128. Блин, или не надевать. Тут силы дофига. Давайте, ладно, пусть так будет. Так, плюс 5 силы. Это неплохо. Это неплохо. Аспид. И сюда аспид. Сейчас встречу с своим топором. У меня для тебя есть плохая новость. У меня есть топор против аспидов. Так. Надеюсь, там тоже много аспидов. Видите, там, кстати, какой-то мост. Куда мы попадем? Опа-на. Еще один цветок-людоед. Он тоже, кстати, такой всякой. А хотя не, ладно, мы не будем испытывать. Испытывать ничего не будем. Так. Что бы нам сделать-то? Где староста? Да. Приветствую тебя, герой. Чем занимаешься? Здравствуй, коль не шутишь. Да так, всем по чуть-чуть. Там дракона убью, там... Ой, здесь принцессу спасу. Сам понимаешь. Должность обязывает. Да уж, нелегкая жизнь настоящего героя. А как у тебя со временем? Даже в нашей маленькой деревеньке есть работа для таких людей, как ты. Времени у меня столько, сколько речки воды. Рассказывай, что за беда у вас приключилась? Кого порубать на мелкие кусочки или очередную дуру из лап дракона выручать? Эх, сколько проблем у этих женщин. А уж от благородных дам вообще спасу нет. Хлебом их не корми, дай только переделку попасть. Это ты метко подметил. Если бы не было женщин, не было бы и приключений. Да и все монстры со скуки бы передохли. Но наша проблема никак не связана со слабым полом. К юго-востоку отсюда есть мост. Только с недавних пор толку от него никакого. Поселился там страшный зверь, который никого не пускает. Я послал своих воинов, чтобы решить этот вопрос менее гуманным способом. Только этот паразит их всех слопал и не поперхнулся. Такое впечатление, что его обычное оружие не берет, а отстрел он, как вот назойливых мух, отмахивается. Да уж, проблема. Если его ни дубина, ни топор не берет, как же я могу с ним справиться? В шашки его обыграю или загипнотизирую? Я же не волк. Есть один способ. Однажды к нам в лагерь пришел волк из Поречья и предложил за большие деньги купить у него магический меч, который якобы специально против этого монстра выкован. Только мы пожадничали и решили у старика силы этот мечишко отнять. Уж больно он высокую цену заломил. Но не тут-то было, старик на всех поршню навел, а меч закинул на вершину неприступного утеса. Куда не всякая птица заберется. Как достать его, не знаю. Попробую сходить к мудрецу, который возле нашего лагеря живет. Может, он чего посоветует. Обязательно навещу этого волхва. Чувствую, без его помощи нам не обойтись. Вот это растение, походу, да. И вон, кстати, мешочек, который нам не достать никак. Вот, мы этот меч достанем и порубаем потом всех остальных цветков-людоедов. Так, знахарь, давайте что-нибудь продам, может. Кольчужку забирай. Кольчужку забирай. Не знаю, может быть... Может, изучить этот свиток. Он просто место занимает. Буду строителем. Потом еще куплю. Плюс вот, например, да, медное зеркало заюзаем.
Чем оно вообще нам нужно? Так, лопата, яд, вино. А кому вино надо? Кому-то волхву надо было его. Купец. Что да. у тебя купец имеется? О! Дубликатор. Давайте мы его купим. И не будем запариваться, да? Не будем мы запариваться. Круто. Так, если мы вот так вот сделаем, бамс, то у нас будет два амулета. Все, мы это выполнили. Эту фишку сделали. Давайте в конец. У нас теперь два амулета, все ключи. Давайте сейчас повыполняем квесты еще. Мы, в принципе, уже можем заканчивать по ходу игру. Так. Воевода. О, смотрите, здесь ион какой-то. Ну-ка, можем мы с ним поболтать немножко? Так, купец. Ярл, здесь не место для прогулок. Почему это? Где хочу, там и гуляю. Не видишь тюрьма, это ничего интересного здесь. А кого стережешь? Да вот попался нам один мерзавец. Оборотень прикинулся человеком. И оборотень прикинулся человеком и хотел нашего старейшину убить. Вот мы и посадили его под замок до справедливого суда. Как вы судить его будете? Как? Петлю на шею или топором по башке? Чего там, чтобы думать? Собаки, собачья смерть. А вдруг он невиновен? Из чего ты взял, что это оборотень? Старейшина сказал, что это оборотень. Я всего лишь стражник, меня мало это интересует. Вопросы виновности, невиновности, да и не привык я приказы обсуждать. Мое дело стоять, охранять. Пытается убежать, убью. Вот, собственно, и все дела. Думать, снимай работа. Не повезло, бедняги, если здесь все такие, как ты. Вдруг он не хотел ничего плохого, да и слабо верится в бредовые сказки про оборотней. Поговори с ним, ежели такой сердобольный. Только из-за забора внутри не пущу. Хорошо, спасибо. Так, из-за забора внутрь не пустят. Что у нас тут валяется? Естественно, поболтаем с ним. Так, снова у нас стрелы. Ну и ладно, пусть валяются. У меня места нету. Хотя, может, их продать? Купец. Слушаю. Продать эти стрелы. Что можешь мне предложить? Они крутые, но у меня места, блин, вообще мало, так скажем. Еще меч доставать. Так, йон. Эй, добрый человек. Да, слушаю тебя. Подойди поближе, поговори шепотом, чтобы охранник не услышал, о чем мы беседуем. Хорошо, теперь он нас не услышит. Помоги мне, меня оклеветали и хотят убить. Мне сказали, что ты хотел убить старейшину деревни. Нет, наглая ложь, все было не так. Да? Ну, расскажи собственную версию. Я люблю дочку старейшины, она отвечает взаимностью, но старый хрыч и услышать не желает о нашей свадьбе. Слышать не желает о нашей свадьбе. Однажды мы поспорили, и разозлившись, я ударил старика. Клянусь, и мыслях не было его убивать. Ну и меня схватили, посадили в тюрьму. Мерзкий старик всем красочно описал, как я превратился в страшного монстра и пытался его сожрать. Этот паразит любым способом хочет избавиться от меня. Оборотень. Так. Да уж, возможно, так и был неправ, но удар по лицу не должен караться смертной казнью. Тем более, я и сам в оборотни не верю. Добрый человек, помоги мне бежать. Убей охранника, ну пожалуйста. Извини, я не вмешиваюсь в дела деревни. Нет, мы сделаем по-другому, наверное. Может быть, его выпустят, если я помогу деревне. Тем более, если деревня будет наша, да? Кто тут стоит? Снова какой-то купец. Эгегей! Ты чего шумишь? Внимание привлекаю. Разве не понятно? Понятно, привлек мое внимание. Что дальше? Дальше расскажу тебе загадку. Давай, сфинкс на двух ногах. Чтобы к дракону попасть, надо вина выпить. Чтобы зверя победить, надо в блестящую кожуру завернуться и острый клык найти. Глупые у тебя загадки. Нет у меня времени. Так, вина. Что же выпью, если кто предложит? А кожура и клык, волшебные доспехи и меч, правильно я так понимаю? Да, именно так.
А про вино поговори с волхвом, который близ лесного лагеря живет. Спасибо, незнакомец. Вот нам вино ему надо передать. С этим волхвом сейчас поболтаем. Так. Лучше бы аспиды здесь были. Кощеев этих. Лешки, точнее. Так. Да, князь. Здравствуй, путник. Зачем пожаловал в мою скромную обитель? Приветствую тебя, о старый мудрец. Да так, решил на тебя посмотреть и себя показать. Я хожу, брожу по здешним местам. Амулет, дракона ищу. А ты чем промышляешь? Здорово, старик. Зачем пожаловал? Так. Амулеты не ищу, зато более полезными вещами занимаюсь. Травы собираю, порчу снимаю, в магических предметах разбираюсь, физикой увлекаюсь. Я бы даже сказал магнетизмом, хотя тебе это слово не понять, если только через несколько сотен лет придумают, да и ладно. А если у меня один артефакт, совсем недавно его собрал, достанет тебе любую вещь, хоть из-под облаков, хочешь, я тебе такой же дам. Конечно, хочу, заверни мне парочку, будь добр. Друг сердечный, у меня к тебе такое предложение. Сначала ты помоги мне, а потом уже и подарки принимать готовься. Недалеко от моей избы появились огромные пиявки. Проходу мне не дают, так и норовят за пятку кусить. Избавь меня от этих мучений, я тебе магнит дам. Договорились? Хорошо, мудрец, червяки тебя больше не побеспокоят. Разогревай воду в котелке, сегодня у тебя к ужину рагу из гигантских пиявок. Так, а кому вино-то передать? Ему надо или кому, блин? Да, князь. Привет, старик. Подожди еще чуток. Где эти пиявки живут, а? Вот эти, что ли? Ну, вот этих пиявок надо завалить. Скорее всего. Так, меч берем. Надеюсь, вы не с отравой ходите, как пиявочка. Вы что-то они какие-то сильные, блин. Ё-моё. Ёшкин кот. Они за нами бегают, носятся. Так, одну мы завалили пиявку. Почти еще одну завалили. Фига тут этих пиявок. Они сильные, блин, гигантские черви. Вот нож на червя нужен был, кинжал, наверное. Ай! Блин, они сейчас завалят. Падлы такие. О, нормально сейчас. С двумя будем сражаться. По два червяка, по два червяка. Окей. Давайте, в очередь, в очередь. Меня просто так не съесть. Все, валим. Молодцы, червяки. Так, что мы делаем? Давайте мы выкинем это. Блин. Бутылки все. Нам место пригодится. Нам меч надо будет достать. Оу. Блин, тут, кстати, орехи. Блин, а ловкость мы не можем поднять, увы. Может, там 1000 опыта надо? Ну, поднял бы. Так. Здравствуй, путник. Привет, старик. Ой, спасибо тебе, друг. Я все видел при помощи своего магического шара. Как их? Особенно последнего. Сначала по голове дубиной, а потом за хвост и головой об дерево. Прямо как я в молодости. Что ж, держи подарок. Благодарю, старик. Надеюсь, эта штуковина мне пригодится. Только как ей пользоваться? Очень просто. Используешь ее и все тут. После этого все предметы, находящиеся от тебя в окрестности людей чудовищ, словно птицы, несутся к великому магниту. Есть, правда, один недостаток. Предмет действует только на вещи, находящиеся в личном пользовании. Поэтому лавку купца или кузницу не обчистить. Однако, наверняка, ты еще попадешь в ситуацию, когда без моего изобретения тебе не обойтись. Это ж уж мне самому решать, где, когда и что используется. Про купцов это, конечно, жаль. Малость не додумал ты. Ну да, финансирование, наверное, не позволило произвести полномасштабное исследование. Ладно, разбогатею, построю тебе лабораторию, обсерваторию. Князь, чем могу тебе быть полезен? Так, я пойду. Что, тут больше ничего нету, что ли? А вон тут валяются всякие прибуды. Не знаю, вроде проходов никаких нету. Переходов, проходов. А нет, вот есть.
Давайте мы сначала тот квест выполним. Вот у нас шар. Шарик. А, вот и меч. Убойная сила на цветка людоеда. Бамс. Погнали валить цветка людоеда. На цветка людоеда. Сейчас мы его покромсаем. А какой тут дамаг вообще? 144 всего-то. Слабо как-то. Слабенько. Что у нас, кстати? 15, 11, 15, 15, 10, 10. О, можно, кстати, насобирать. Ё-моё. Блин, стрелы продать вообще? Зачем они нам нужны? Ты насобирал тут стрелы еще? Вон, еще один там, кстати, был дубликатор. Еще дубликатор. А мы можем попробовать зелье мудрости продублировать? Наверное, можем. Ладно, мы не будем этим заниматься. Так. Так, мы там уже все прокачали, все, что можно, блин. Так, сохранить. Вон, кстати, еще мешочек. Давайте попробуем завалить цветка. Ну, что-то как-то не очень. Как-то не очень. Я думал, с одного удара, может, там, блин, завалит. Вроде неплохо бьет, но все равно, блин. А, он ядом, блин, отравил, конечно. А-а-а! Тварь. Такая. Да ну нафиг вообще. Давай, вали уже. Так. Прям скорость. Ай! Нет, нет, нет! Да блин, да как? Надо противоядие, наверное, сразу купить тут. Купец. Купец. Знахарь есть? Вот знахарь. Купить противоядие, дай мне. Концентрат 2.76. Спасет ли нас такое противоядие плохое? А? Не, я тогда цветков не буду валить. Нафиг оно надо, блин. Если так каждый цветок будет отравлять, нафиг оно вообще нужно. Ага, фигушки. Ладно, давай еще разок. Да черт, а! Что ты, блин, валишь долго? Князь, ё-моё. Плохой меч. На цветка людоеда. Меч больная сила. Почему здесь мешок до сих пор показан? Давайте так. Ну давай, добивай его там. О, отлично. Все будет работать. А. Наверное, еще надо. Да, князь. Блин, да где знахарь, ё-моё. Можешь меня вылечить? Да, быстрее лечи. 500 потратили. Да, еще мне противоядие. Блин, потратили столько голды. Просто так, походу. Все. Все, я не буду больше с цветками связываться. Нафиг оно надо. Все они ядовитые все такие. Вот, квест выполнили, и ладно. Так. Здорово, будешь, господин. Я местный знахарь. Мои знания и снадобья могут продлить твою жизнь приблизительно. Так, не то. И, блин, не староста нужен.
чуть не туда. Вот староста. Здравствуй, герой, здравствуй, любезнейший. Герой, мы уже мне уже доложили, что цветок людоед убит и мост свободен. От всего сердца благодарю тебя. Спасибо. Катанку не положишь и на меч не намажешь. Я очень жду обещанных подарков. Совет старейшин решил, что лучше тебя никто не справится с управлением нашего лагеря. Мы нижайше просим тебя стать нашим князем. Не откажешь нам, господин? Не могу отказаться от столь лестного предложения. Я хороший хозяин, позабочусь о твоих подданных. Спасибо за щедрые подарки. Потвориться. Так, в лесу я наткнулся на хижину волхва, который попросил меня передать тебе бутылку вина в качестве примирительного дара. Принять подарок от этого старика никогда, я с этим паразитом еще не поквитаюсь. Вот наглость, испортил нам жизнь, пытался загладить свое хамское поведение каким-то вином. Да я от него 100 бутылок не приму, так скажи ему, пусть он сам свою кислятину пьет. Седобородый болван. Даже и слышать ничего не хочу, никакого примирения. Ругаешься, как две тетки на базаре. Неужели нельзя забыть обиду? Ты уверен, что не хочешь больше над Солхом? Ну, даже не знаю. Наверное, ты прав. А, давай сюда бутыль. У нас сегодня праздник. Пожалуй, сейчас пошлю кого-нибудь к старику с ответным подарком. Я рад, что все решилось с миром. Наверняка Волк будет доволен таким исходом. Так, отлично. Вот мы еще один квест выполнили. Так, сохраняемся. Могу ли я того чувака? Так. Того чувака выпустить. А может, его не стоит выпускать? Так что с ядом, видите, тут вообще печаль, беда какая-то. Если отравили, это все. Это кирдык практически. Не, можно, конечно, взять полноценный вот этот концентрат. Использовать с лечебным. Блин, надо было так сделать, наверное. Сделать противоядие. Так. Да, князь. Стой, сюда нельзя. Еще раз обратишься ко мне так же грубо, отведаешь моего кулака. И почему же все часовые такие бестолковые? Слушаю. Так. Добрый человек, помоги мне убежать. Хорошо, я спасу тебя. Давайте попробуем. Да. Могу я на своих напасть? Он враг. На меня не нападет наш лагерь лучше. Так, бамс. О, это реально, блин, падло. Так, блин, меч не тот. Видите, какая падаль? Что, бессмертный, что ли? Что это за щит? Слабый какой-то, плюс 5 к ловкости. Бессмертный, походу. А не, все, погиб. Я его сам казнил. Так, сейчас посмотрим, ничего ли не будет. То это на меня нападут, скажут, убийца, князь, своих же завалил. Угу. Да не, будет все нормально. Кого хочу, того и убиваю на своей земле. Так, я бы хотел поговорить. Пыльница пустует. Слушаю. Так, у меня есть к тебе дело. Вылечи меня. Вообще, по сути, мы можем сейчас спокойно заканчивать игру. По сути, да. Чем мы, в принципе, можем и заняться. Так, что мы не сделали-то? Со скелетами. Так, волк. Я бы выполнил со скелетами. Так, живущий возле этого. Волк, живущий около византийского лагеря, поведал, что живых мертвецов, мешающих старости лесного, можно одолеть с помощью волшебной лампы. А где эту лампу, блин, достать? Нижний лагерь. Волху нижнего лагеря.
средний лагерь. А, мы можем, в принципе, куда сходить? В другую сторону, типа. Там же что-то было. Леший. Это же не тот угол, топудово. Вот туда можно сходить, посмотрим, что там. Только надо осторожно тут. Леший бродят. О-о-о! Отвалите. А, блин, снова цветки людоеда. Может, про этого он говорил? Это, как мы этого пройдем? А никак. Как я завалю всех этих, блин, цветков людоедов? Скажите мне на милость. Причем, заметьте, у меня меч, походу, сломался. У меня тот меч сломался, блин. Ну ладно. Броня. У меня сломался меч. Ну и тогда забьем на эти квесты. Какие-то сложные, блин, мне так кажется. Кажется, что они очень сложные. Так, а если... Давайте попробуем посражаться. Да, он вообще... Вообще жесть. Не-не-не, я не буду это выполнять. Вот там меч какой-то валяется. Я бы посмотрел, что за меч. Пройти можем? Цветков только вообще жесть просто какая-то. Все не ядовитые какие-то. Так, стоп. 332 плюс 6 к выносливости. Меч, бойная сила. Нет, давайте мы тогда, знаете, что делаем. Так, где у нас там? Золотистый лагерь. Где у нас эта падла была? Волху поречья? Вот. Погнали. Будем заканчивать игру. Потому что, в принципе, мы все, что нужно, уже достали. Чем мы будем по квестам этим бегать? Бесполезным. Ну, тяжелым очень. Очень тяжелым. Ай, блин, квестам. Вот. Будет окончательная серия. Последняя серия. Ай, блин, творите. Так, давай, болтаем. Здравствуй, князь. Смотрю, за то время, что мы не виделись, ты не стал чище. Ну вот опять начинается. Что за дурацкий характер? Как тебе сказать? Сам не знаю. Однако мне тут в лесу люблю поболтать и шутки шутить. Я злой, нехороший, что ж поделать? Ну раз ты устал от разговора, перейдем прямо к делу. Я тебе рассказываю, как к дракону попасть, а ты мне кусок амулета дашь. Так. Ты бледен, объелся. Так. Ты белены, объелся или как? А, с чего бы я тебе амулет отдам? Он мне и самому нужен. Наверняка, кроме тебя, есть еще кто-нибудь. А, еще кто-нибудь тропинку к дракону знает, нежели мне с тобой знаться. Сейчас ли его, смотри, травой не объешься. Так. Нет. Так, невелика ли цена за информацию? Может, сойдемся на деньгах? Деньгами меня не купишь. Их у меня полно. Давай так, я тебе даю магический шарик, который принесет тебя, твоих бойцов, в пещеру дракона. Ты мне кусочек амулета отдашь. Интересно получается, как же я дракона дарю без амулета? Так, ну мы это читали уже. Так. Так, ты, наверное, прав. Зачем мне этот дурацкий амулет? Одни только беды от него. Давай меняться.
Я знал, что ты разумный человек. Держи магический шар подземного города. Он доставит тебя точно по адресу. Надеюсь, что ты придешься дракону по вкусу. Ха-ха-ха. Кентавр, а ты не думал о том, что стал мне больше не нужен? Посмотрим, долго ли ты проживешь. Так. Ой, я думал, мы сразимся еще. Вот так. На него нагнал. Ой, смотрите, тут тоже какой-то кусок. Кусок карты, блин. Сохранение. Давайте сюда сходим. Ой, блин! А! Откуда вы повылезали, падла? А у меня зелий никуда нету, блин. Ну, точнее, у меня их мало. Дайте мне зелий. Или это? Так, амулет какой-то. Удар 40. Нет, спасибо, не надо. Видишь, у нас там залагало все. За... Кривота какая-то. Так, давайте сюда зайдем, попробуем. Что это за место? А, так это место с ключом вроде, да? Не, нам сюда не надо. Так, загружаемся. Вот, тут, короче, какой-то оборотень стоит. Помните, да? Похож на оборотня, реально. Так, давайте с ним поболтаем. Бамс. Так, так, кто к нам пришел? Я, великий герой, повелитель лесной страны, убийца чудовищ, да и, в общем-то, просто хороший человек. Можешь своим геройством не бряцать. На меня это не произведет никакого впечатления. Лучше убирайся отсюда, пока можешь. Уйду, когда захочу. Не очень-то уж я тебя и боюсь. Если честно, я ожидал здесь дракона увидеть, а не непонятное существо с голосом человека. Я страж дракона. Никто не может потревожить его сон без особой нужды. Что ж, а потревожить придется. Я владелец амулета. Прочь с дороги. Извини, но ты должен сначала сразиться со мной. Совершенно не хочется тебя убивать. Пожалуйста, не вынуждай меня сделать это. Ненавижу лишать жизни хороших людей. При твоей кровожадной внешности странно слышать подобные слова. Ты не только не набросился на меня, как только я вошел, но еще и пытаешься избежать кровопролития. Что-то тут не так. Ты прав, герой. Я не всегда выглядел подобным образом. Поведай мне свою историю. С радостью. Уже более сотни лет я ни с кем словечком не перекинулся, а зовут меня Катуволафр. А я, как и ты, был великим и известным героем. Хотел исправить мир. Боролся со злом во всех его проявлениях. Однажды я узнал про браслет владыка и решил его достать, чтобы силы света навсегда победили. Благородная цель, викинг. И ты подумал, что сможешь одолеть дракона? Да, я не сомневался в своих силах, совершенно не боялся дракона. И как оказалось, совершенно напрасно. Он оказался не простой огнедышащей зверюгой, а просто разумным созданием, наделенным магическими способностями. Вот это да, дракон-маг. Этого только не хватало. Сперва, увидев меня без амулета, дракон сильно свирепел и решил меня съесть. Но и понял, что я достойный соперник, решил действовать иначе. Вот он и сделал из меня марионетку, послушную по воле, а также, чтобы поиздеваться, лишил и человеческого тела. Теперь я просто страж-оборотень. И ты не можешь ничего сделать, не можешь убежать? Нет, герой, мне запрещено покидать эту пещеру. Кроме того, я никому не могу позволить пройти к дракону. Значит, если я попытаюсь, ты меня остановишь? Да, если потребуется. Честное слово, я очень не хочу никого убивать. Но если попытаешься пройти, я буду обязан это сделать. Это колдовство дракона. Значит, мы не можем решить вопрос миром. Мне также не хочется проливать кровь. Ты мне нравишься. Я обязан атаковать любого, кто пытается пройти к дракону, и не имею права поддаваться. Сразу тебя предупреждаю, справиться со мной не так просто. Но я так устал, мечтаю о том, чтобы однажды меня бил достойный противник. Глядя на тебя, охота драться пропадает мгновенно. А если уж даже дракона ты оказался, для дракона оказался достойным оппонентом. Тем не менее, я смертен.
Найдешь полный комплект богатырских доспехов, богатырский меч, одолеешь меня. Раскрою один секрет. Объясню, как найти место, где закопан богатырский шлем. Спасибо. И где же мне его искать? В византийском лагере на севере, востоке от него растут 5 берез. Ты легко их найдешь. У самой толстой спрятан шлем. Удачи. Да, история. Однако ничего не поделаешь. Придется тебя убить. Может быть, не сегодня, но значит, когда-нибудь в другой раз. Будь моим другом, убей меня, своди мою душу. Постараюсь помочь. Одно точно. Лишь один из нас переживет этот бой. Так, мы теперь можем с ним посражаться, да? Даже топор дрожит в руках. Так, блин, у меня сейчас все поломано еще. Починиться надо было, наверное, похилиться. А, давайте лучше сходим. Там где-то 5 берез, да, может найдем этот богатырский шлем. Посмотрим. Так, у меня есть шары, да, есть. Византийский лагерь. Я же говорил, в византийском лагере. Так, 5 берез каких-то. Сейчас поищем. Так, и травку, муравку, да, обязательно. Где у нас тут кузнец? У нас кузнеца, блин, тут нету. У нас нету тут кузнеца. Давайте зелье наклепаем. То, наверное, опасный противник. Реально. Так. Опасный противник. 5 берез, он сказал, да? Вот 5 берез, наверное, вот тут. Вон. Блядь. Мы тут зеркало тогда использовали. Бери. Вот он, богатырский шлем. 95 ловкости требуется. Блин. Так. Кузнецу может какому-нибудь попробовать вернуться. У нас есть еще 2 шарика. Шарика у нас есть. Камни. Давайте вон в лесной лагерь. Можем портануться или нет? Что за фигня? Волхва бережков. А, у меня шар волхва бережков. Подземного города. Ага. Ага, да, понятно. Князь. Так. Печально. А, можем продать ему все. Да, князь. Это можно продать. Топор на кого? На аспида. Нафиг он не нужен уже. Так, это не надо, это не надо, это не надо. Бутылки пусть будут. Годятся. Так, что мы будем делать? У нас, оказывается, сферы там. Так, плохой бережков. А, типа бесконечно могу портануться? Ну, так. Земного города. А, нифига себе. Так, а где еще? Есть еще какой-нибудь волк? Где-нибудь? Блин. Мне нужен волхв. Ребята, спасите меня. Мне нужен волхв. Рон. Ладно, погнали тогда. Кажется, больше шаров нет. Сейчас обойдем. Ну да, на этой серии мы тогда и закончим. Прохождение князя. Сейчас только, блин, ловкость прокачаем. А, ну во, кстати. Вот и все. Вот и все. Шлем надеваем. Так. Ловкость мы вкачали. Выносливость. Давайте выносливость поднимем. Давайте снова тогда подземный город. Так, к этому волхву вернемся. Да, князь. Так. Продаем им то-то. Может, что-нибудь купить у него тут.
Бальзаму, что? Брагу. Купим брагу. Сохранимся. Протанемся в подземный город. Так, сохранимся. Загрузимся, чтобы у нас не было багов. Хотя они не так появились. Блин. Фигня какая-то. Не, нам надо сюда, наверное, сначала. Да, потом загрузиться. Тогда не будет бага. А нет, будет баг. Печально. Так. Давайте попробуем брагу выпить. Что у нас там прибавилось? Что-то доприбавилось, наверное. Так. Попробуем с мечом одолеть его. А, блин. Кузнеца же надо было, блин. Нужен был кузнец. Ну ладно, давайте попробуем пройти. Сохранимся тогда. Тут снизу. Если не получится, то придется снова. Давай, давай. Ё-моё, смотрите, как он бьет больно. Сильный воин. Офигеть, мы его даже не можем покоцать. Так. Что же? Давайте попробуем с ядом. Что, просто так лук, что ли, богатырский доставали? Попробуем с ядом его удалить, может получится. Так, у нас концентрат такой есть. Давайте вон стрелы вот эти. Вот эти вот сделаем. Я не вижу, во. Я выкинул, походу, стрелы. Так, берем стрелы, закидываем сюда концентрат. Самый мощный. Сейчас попробуем пострелять, может быть, яд на него подействует. Может и нет. Может... Пошел ты, а? Чё там с ним? Вон погибает шустро. Давайте, блин. Шустро погибает наш воин бессмертный. Бессмертный воин погиб. Всё, прощай. Так, а чё там выпало с ним? А, что-то выпало, блин. Кольцо, что ли? Удар плюс 20. Фигня какая-то. Так, погнали. Погнали, погнали. Еще кто-нибудь... Блин, да вылезет, ё-моё. 13 уровень. Можно, знаете, что сделать, блин? Так. Можно ли как-нибудь, не знаю, бежать их, может... Уже туда надо. Как-то опасно. Так, это выкинем. Это выкинем. Погнали, побежали. Побежали, пробежимся, не? Добежим. О, все. Идем. Стойте там на месте. Стойте, где стоите, а? Что у меня, блин, с игрой тут? Давай сюда. Все, протонулись. Так, дальше. Мы по-умному будем. Зачем нам с ними сражаться? Смысл какой? Ой, ё-моё, блин. А вот с ними можно. У нас есть топорик против скелетов. А! Если нам хватит зелий. Нифига нам не хватит зелий. Так, можно ли... Ой, да чё за баги вообще? Ужас какой-то. Так. Как мы тут обойдём-то их? Если осторожно-то. Да встать по-другому. Давайте, ладно, загасим. Просто осторожно будем. Они прям кости торчат. Видно же. Тут встанем. Они не смогут нас... Закопать по толпой. Хотя не, блин, смогли. Все, я погиб, да? Побежали, побежали. Бежим, бежим, бежим. Что нас там еще, блин, ждет? Какое наказание? Ё-моё, еще какие-то, блин, упыри. Так, здесь сохранимся.
Плотник 12 уровня, ё-моё. Чё у меня экран на две стороны? А будет тут обойти? А, блин! Как мне их? Надо было сюда какого-нибудь чувака взять с собой, короче. Чтобы он отвлекал их. Это росомахи, блин, толстые. А, нифига. Блин, зря я, наверное, так сделал. У меня вообще зелий нету. А мы можем же их отравить? Можем, конечно. Конечно, можем. Давайте отравим просто. Я не попал, походу. Давайте ждем. Ждем мы его. Ждем. Ждем, сделаем еще яд. Сделаем еще яд. Сохраняемся. Так, давай, погиб один. Ты давай тоже. Не хворай. Я не попадаю почему-то. Попал. Отлично. Поэтому бишу. Мы сразу двоих же загасим. Придется читерскими способами проходить. Как еще тут по-другому-то, а? Как по-другому? Никак. А где мои стрелы? Мои стрелы при мне. Так, попали? Не попали. Концентрация тут хорошая, яда. Еще погибнешь-то? Нет там. Сейчас побегут, да? Да, побежали. Ё-моё, а? Чё это такое? Браслет минус 4 силы, походу. А-а-а! У меня нету стрел, походу. Давайте мы эти отравим. Ещё. Я думаю, это конец, наверное. Уже последний ключ остался. Или стоп, у нас ещё два ключа? А, нет. Они просто не исчезли. Нет. Всё правильно, всё правильно. Блин, как бы... Зачем нам артефакты всякие, блин? Просто их травить. Игра нам это позволяет. Нет, не подходите, падла. Тут уже пробежать можно, в принципе, было. Так, ты чё? Ты чё так долго погибаешь? Концентрации надо побольше навязать. Если мы подойдем, они побегут. Перекроют нам проход. Потом расстреляем просто. Все, закончили стрелы. Еще стрелы есть, не боитесь. Сейчас постреляем вас просто. На богатырский лук. Так-то. Лук у меня богатырский. Так, что вы не подыхаете-то? А вот этот, кстати, живой будет, походу. Их защиты много, видимо. Вообще плохо пробиваем. Давай уже там погибай. Ой-ой-ой, нет, так не надо. Так, меч. У меня удар слабый, вы чё? Парни, успокойтесь. А-а-а! Беги, князь, блин! Беги, Форест Гам, беги быстрее! Беги, Форест! Змея! Форест не умеет бегать вообще. Так. У нас еще яд есть так-то. Что-то его пропустил. Блин, наоборот. Готов. Иди отсюда вообще. С люка. Пробежим, наверное. А тут богатырский меч, походу, реально нужен. Ё-моё. Отвали.
Скелетов обманули, этих, блин, не обмануть. Росомахи какие-то, блин. Чё ты не стреляешь-то? А, там стрел мало было. Давайте выкидываем это все, нам уже не пригодится. Нужно бурбон сделать. Как это из склянки? Склянку непонятная смесь получается, а? Что за бред? Давайте сохранимся. Сейчас он погибнет, наверное. Или нет? Или мы не попали по нему? Давайте мы попробуем. Он за нами побежал просто снова. Так. Блин, беги, Форест! Чуть-чуть осталось, блин. Гам, Форест, да чё ты встал-то? Да чё ты, дурак, что ли, а? Ну, ё-моё, блин. Да я понял, в чем прикол. Просто тут, блин, проблемы какие-то. Вон с картой. С картой какая-то фигня. Беги сюда. Давай к дракону. Да? Ура, вот, все, дракон тут. Ой, блин! Черт, я еще и загрузился, блин, вместо сохранения. Ладно, сейчас еще раз пробежим. Просто надо сразу туда и сюда смотреть, блин. Беги сюда! Беги туда. Да он что-то, блин, не слушает. Тут слушает, там не слушает. Ладно, беги. Сюда беги. Так, беги, 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 беги. Вот, здесь уже нормально. Так, сейчас уже нормально. Видите, тут появляется теперь кривота. Сохраняемся вот тут, все. Можно напасть на него? Иди сюда. Так, ладно. Это был просто прикол, проверочка. Так. Как ты попал сюда, герой? Дракон, это долгая история. Ты неплохо спорятался. Я всю лесную страну обошел, пока понял, где тебя искать. Это Арр, мой хозяин, придумал, где спрятать браслет. Ну что ж, Арр спрятал, а я нашел. Так что, хранитель, давай сюда браслет. Не то хуже будет, все драконы смертны. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ты не ошибся, герой, но ведь я не бессмертен. Нутром чую, что... Нутром чую, с Арром случилась беда. Да и в лесной стране что-то нехорошее происходит. Так, после того, как амулет был разделен на части, отовсюду вылезли кровожадные монстры, которые проходу не дают местным жителям. А самое главное, я действительно лишился бессмертия. Ну да ладно, заполучу браслет, обрету былое могущество. Давненько никто не пытался заполучить сокровище титанов. Я дам браслет только преемнику Арра, обладателю амулета, да? Тогда посмотри сюда. Что ж, я обязан подчиняться обладателю амулета. Что прикажешь, хозяин? Прекрасно. Я очень надеялся, что ты не сможешь противостоять воле титанов. Поэтому отойди и не мешай. Я пришел сюда за браслетом, а не с тобой лясы точить. Слушаю, повинуюсь, хозяин. Я не стану тебе мешать. Моя миссия закончена. Прощай. Погоди, куда же ты? В моем дальнейшем пребывании в лесной стране нет необходимости. Я улетаю в страну поющих вещей. Если захочешь вновь увидеть меня, возьми амулет в руку и позови. Где бы я ни был, тотчас же явлюсь на зов. А теперь мне пора, хозяин. Тогда прощай, хранитель. Я позову тебя, если возникнет такая необходимость. Эх, наконец-то мои мечты сбылись. Теперь весь мир принадлежит мне. Вот так вот. Нам осталось только забрать браслет этот. После нескольких тысяч лет ожидания браслет владыка вновь обрел хозяина. Уж извините, что такое маленькое окошко. Пробуждалось, пока целиком не стряхнул из себя цепи многовековой тревоги. Могущественный талисман глядел на окружающий мир глазами своего нового владельца. Где-то вдалеке он слышал приглушенный шепот, обрывки мыслей. В туманной дымке перед ним проносились мечты о безраздельной власти над миром. Отголоски мыслей героя безумно раздражали владыку, поэтому он отмахнулся от них, как от назойливой мухи, приказав перестать мыслить и сосредоточиться на ходьбе.
Древняя магия легко заставила человека выполнить ее волю. Даже великие титаны опасались владыки и никогда не использовали его без крайней нужды. Еще никому, ни смертным, ни древним героям не удавалось противостоять силе браслета прародителей. Похоже, у лесной страны появился новый повелитель с телом человека, но душой вещи. Что произойдет в этом мире дальше? Произойдет конец игры. На этот вопрос ответит лишь время. Ну вот, музычка пошла. Конец. Можно вернуться в игру, кстати. Амс. Здорово, ребята! Можем квесты повыполнять, походу. И чё, и где этот там ой, браслет? Где мой браслет, который я взял? Заставку нам просто показала, всё. В общем-то, мы прошли игру «Князь лесной стороны», вот, за Драгомира. Потом, может, пройдем еще за Михаила и за Волка. Вот, как-то не знаю, когда у меня будет время еще. Ладно, всем удачи, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. И Актода.